Моше, когда он обращается к народу, он обращается к народу иерархически. Не просто каждый отдельно находится в контакте с Моисеем, а есть все-таки старейшины, глава колен, смотрители и дальше же весь народ. То есть эта иерархическая структура здесь очень тоже важна, поскольку все, что относится к народу, а народ является организмом. Все организмы устроены иерархически. То есть все биологические организмы, иерархические клетки вовсе не одинаковые. И поэтому народ, как органическая система, он устроен иерархически. В современном государстве предполагается противоположное устройство. В современном государстве предполагается атомарное устройство, что каждый отдельно является напрямую гражданином государства, и все одинаковые. И это касается устройства современного государства. Но устройство народа, оно иное, чем устройство государства. И поэтому в народе устройство иерархическое. В этом смысле есть, как бы, есть огромный зазор между современным представлением, что народ – это и есть граждане государства, и классическим представлением, что народ совсем не граждане государства. А народ – это группа людей, которая рассматривает себя, своих потомков и своих предков, как некую единую сущность. И это совсем не относится к тому, что как устроена государственная система и в каком государстве они живут.